Hey, я в гостях у Миши Муки, мы продолжаем проходить игру под названием The Room 2. Ну чё, погнали, в принципе, мы прошли с вами храм. Быстрее, гробницу какую-то мы прошли с вами. А теперь отправляемся. Фиг его знает куда. А, бильярдный столик. Нифига себе. Сразу давайте к столу. Сказал я и пошел к камере. Почему сюда, если я нажимаю вот сюда? Ладно, хорошо. У меня что-то как-то агрессия просто приподнимается. Сдается. Так, и лампочка отсутствует, короче говоря. Ладно. Перевод, перевод, переводик. Мэгти Кокс, 17 Франклин Карт, Лондон. Саймон Грейсон, он же Великий Хан. Что с тобой стало? Как ты можешь лгать, когда ты Хериш был единственным, чё, которого ты никогда не смог бы обмануть. Я знаю, что он у тебя есть. Ты начал играть без меня. Эвстаунд диагностичен. Удовольствие не научит меня в одиночку, и ты должен мне что посеял. Каких это пор ты можешь удерживать от того, что не понимаешь на Собираешься оставлять меня в покое и должен мне как свинья источник, когда ты сможешь удерживать выступление, мы будем устраивать пикник в Льве в 9 часов, как там, знаю тебя, журнал. Так, 9 часов, запомнили. О, пятерка. Ну, погнали. Хотя пофиг. Так, четвертый, пятый. Четвертый, пятый. Так, сюрикен. Фрагмент старой фотографии. Если ты здесь, значит, мои страдания не были напрасны. По крайней мере, мое обещание тебе дало мне цель. Если я был проклят за то, что заманил себя сюда, то теперь предлагаю тебе свои искупления. Наконец-то я держу ключ в руках. Секрет этого мира, этого места, бесконечных мест. С его помощью вы можете приподнять завесу, заглянуть за занавес. Нам не нужно идти по тому пути, который предполагается.
Так, маленький ключ. Ладно, разберемся. Подсвечник. Ничего, газета не кликается. Картина. Шкаф. Хорошо, игральный стол, поехали. Водоискатель. Ну это, кстати, можно было и перевести. Тут текст не такой дерьмовый. Марта 1883 год. Мисс Маргарет Кокс. Я пишу вам в последний раз, прежде чем начну разбираться... Разбирательство, которое я довел до вашего сведения. С тех пор, как исчез мой брат, ты присоединилась к моей матери, как пиявка. Ради нее я предпочел бы, чтобы все прошло тихо, но ты шарлатан и мошенник, и я разоблачу тебя как такого или такого, если придется. Оставь ее в покое, иначе газета предположит мне целую страницу. Роберт Бейл. Возможно, эта кнопка чего-то не хватает. Так, дом. Шип, корабль, время, темпл. Так, смерти не хватает, нул, звезды. Короче, смерть, звезда, побережье. Маленькая металлическая ручка. Так, осталось раздобыть лампочку мне. Инфинити. Так, двойка. Так, второе, четвертое, пятое и, скорее всего, вот этот. Ладно, найду по пути. Так, ладно, погнали. Так, похоже, часть написали, на листке отсутствует. Чего? Похоже, часть надписи на листе отсутствует. Ну и правильно, ну. И на фи
Я не понял, почему, типа, оно не работает. Тонкие. Нет, там наоборот, этот мелкий сюда, этот сюда. Так, ящики пустые, я хочу сразу проверить. Так, двойка точно. Я понял, в чем прикол. Две рисочки. Это 5. Осталось понять, где здесь две рисочки. Две рисочки это 5. Короче говоря, одно из этого это 5. Центральное это 2. Пять и 4. Значит, наоборот. И ну, я ж правильно сделал, алло. Может, это странно. Мысли. Ну вот, 4. 2. 5. 5. Верхняя. 2. Да? Что-то нихуя не понимаю. И центральный, да, все. Короче, 2, 4, 5. 2. И? Жопа сгорит сейчас. Так, 5 нижние. Верхние 2. 2. Верхние. И 4. Ну вот. 2. Это вверх. Вот, двойка. Вверх. Вот, 2. Вверх. Потом центр 4. И 5 низ.
Окей. Не задавайте вопрос. Как оно так? Лампочка. Лампочка. Космос. Так, получена карта звезды. Ага, маленький. Так, на ключ смотрим так. От линии под углом. Маленький ровно. Ну так вот. Так, сюрикен. Типа я должен их отщелкнуть. Ну, окей. Готово. Длинный металлический рычажок. Инфинити. Мы стали у дома, глядя на звезды. Так много нужно узнать, но так мало времени. Мы стали у дома, глядя на звезды. Так много нужно знать, но так мало времени. Мы стали у дома, глядя на звезды. Так много нужно узнать, но так мало времени. И что мне дали надо? Ладно, пока сделаем так. Кстати, мне еще нужен ключ. То есть вы хотите сказать, я открыл стол без лампочки?
Ладно, мы стояли у дома. Постояли. Постояли, проверяйте. Что-то с лампочками. Может, типа это карты? Давайте по подсказке, что там мне говорят. А ну-ка, может здесь что-то еще? Да нет. Теперь в фотокамере есть лампочка. Может быть, я смогу сфотографировать? Что сфотографировать? Я нажимал, оно не фоткает ни хера. Как фоткать? Я же нажимал фоткать. Кнопка на задней панели фотокамеры должна включить вспышка. Кнопка на задней панели фотокамеры. Камеры. Должна включить вспышку. Задние. Что-то, блядь, не вижу там. Вот это. Ладно, это стрёмно. Есть элементы хоррора. Так, время, звезды. Вояге. Вояге. Чё? Ну, пошли напишем. Или Ваяго, или Ваяге. Кажется, Ваяго. Или Ваяге, блядь. Там Е, кажется, было. Вот, Его. О! Почему я не могу на своей клаве писать? Ваяго, Ваяге, запомнил Ваяге, давайте напишу Ваяго. Бесчисленные корабли несут нас в скрытый храм, как раз в дом наш, друг мой юный.
бесчисленные корабли несут нас в скрытый храм. Как раз в дом наш, друг ты мой. И чё мне это дает? Правильно, мне это ни хера не дает. Снова эта опечатка. Рисунок не такой. Ну что я сделал? Я не могу вращать ее. А, подожди. Кажется, я врубился. Бесчисленные корабли несут нас в скрытый храм. Как раз в дом наш, друг мой юный. А там есть у нас корабли? Чип, да? Чип. Склеп. Дом. Темпл, точно. Стремота. Эндлесс. Напоследок. Так. Под этими чужими звездами я сиял лишь смертью. Я опасен наукой, моей музой. Под этими чужими звездами я сиял лишь смертью. Короче, звезды, смерть и наука нужны мне. Моей музой. Либо муза. Ну, звезды и смерть по-любому. Да, у нас смерть еще нету. Бля. Как я должен открыть? Если у меня ключа нету. Вопрос. На засыпочку. Я уверен, что написал на машинке более текста, но я не могу увидеть письмо. Подожди, письмо. Моей музой вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Чё, бля? Вверх, вверх, вниз. Вверх, вниз, 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 вверх. Короче, два раза вверх, один вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Хорошо. И это с колокольчиком тема. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз, 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 вверх.
Н, ой. Что у нас по подсказке? Я уверен, что есть еще переключатель на передней части чего? Стола. А, ты имеешь в виду... А, я не знаю... А, подожди. А, я не знаю, ну вот, есть, да. Но последовательность? Невидимое послание на машинке похоже на какой-то код. Бля, все, я глупый. Вверх, вниз, вниз, вверх. Не, вверх, вверх, вниз. Вверх, вниз, 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 вверх. Так, карта смерти. Так, дед. Звезды смерти, что там? Не помню, ладно. Муза. Звезды смерти, муза. Чёртовы призраки. А, колокол сломался. Хопе. Хоппи, хоппи, хоппи. Хм. Хоп. Пэм. Нуль в свое время украсил дюжину моих работ. Теперь смерть возвращается, чтобы забрать должное. Нуль. Нуль — это, скорее всего, то как раз и что было, которое сейчас не хватает у меня карты. Нуль в свое время украсил... Время тайм. Украсил дюжину моих работ. Теперь смерть... Возвращается, чтобы забрать должное. Короче, мне нужен нуль, время и смерть. Ну, по сути, по сути. Теперь осталось понять, что это. Ключ? Или что-то иное? Так, сейф. Нам нужен шкаф. Топ, ну мне нужно это. Ладно. Ну и... Декоративные пластины. Thank you.
Хан. Окей. А, кстати, может быть мне это нужно не вести, а это забрать. Медный диск. Хам. Нул. Текси. Нул. Нул. Время. Смерть. Неплохо. Я, может, даже и эту игру в хорроры откину. Да, откину в хорроры. Стрёмная херня. Как бы то ни было, это стрёмновато. Так, украшенный ключ. Теперь вы видите истину этого. Время внутри этого места работает иначе, чем снаружи. День. Столетие. Кто бы мог сказать, жаль, что ждать здесь, чтобы увидеть тебя на последнем этаже твоего путешествия. Все находится в полном готовности. Возьми это и используй ее, чтобы найти комнату. Окей. У меня есть ключ. Ключик. Так, это уже не кристальчик. Глава завершена. Вас можно поздравить. Вы прошли ритуал. Невредимым. Damnation. Ну что, думаю, тогда на этом и закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.